Легендарной «Смуглянкой» открылся концерт ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова на сцене Развилковской детской школы искусств. Услышать лучшие голоса России, увидеть виртуозные танцевальные номера можно в рамках благотворительного тура, который знаменитый коллектив проводит по городам Подмосковья. Большая благотворительная акция, организованная самим прославленным коллективом и Министерством культуры Московской области. В зале присутствуют и жители поселка Развилка, жители нашего Ленинского городского округа, и лично приглашены все беженцы, размещенные в поселке Развилка. «Поющее оружие» – именно так называют этот уникальный во всех смыслах ансамбль. Творчество артистов в военной форме покорило публику во многих странах мира. И для зрителей в Развилке они представили 17 музыкальных сюрпризов. В репертуаре – патриотические и народные песни, которые сопровождаются яркой хореографией. Зал детской школы искусств был переполнен, ни одного свободного места. Каждое выступление главного военного художественного коллектива страны сопровождалось овациями и бурными аплодисментами. А после концерта зрители еще долго делились своими впечатлениями. Вот когда там на огромной подложке вот девушка танцевала, у нее как будто ноги не видела. Ну сколько они вот так вот сделают? Они вот так на носках ходят. Хотела вот так же танцевать? Да. Есть к чему стремиться. Наши дети ходят в школу искусств «Развилка». И сегодня они увидели такой хороший пример, как надо заниматься, как надо к чему стремиться, как танцевать, как петь. Уровень артистов, я считаю, это очень профессиональный. Такого достигают лишь только те люди, которые добиваются целей. В восторге. Очень классно, здорово. Очень-очень понравилось. За душу трогают. Молодцы ребята. Приятно. Супер. Спасибо. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.